Прямое включение, друзья, сразу снимаю, смотрите. Все, давайте, разбанивайте нас. Вы что нас забанили? Так, смотрите, я их сразу снимаю. А... Мы знаем, что вы нас снимаете, мы вас вычислили, мы в соседнюю квартиру заходили. Нам указали на вас, давайте, разбанивайте, мы же купили. У вас привилегии. Так, смотрите, ребят, я объясняю, на видео снимаю, кто еще не в курсе. Я их... Вот ваш сайт. Ну мой, дальше. Мы что? Здесь покупали, вы деньги с нас сняли, разбанивайте нас. Друг, если ты хочешь так же, как и я, снимать антикрифт шоу и набирать миллионы просмотров на YouTube, тогда становись владельцем сервера на сервере Сержо Краб. У тебя будут практически все права опки и доступны куча команд сервера. Телепортирующий Грифферу. Пока он не видит, выключи себе префикс. И Грифер будет думать, что вы обычный игрок. Или установи себе абсолютно любой префикс. Это будет выглядеть примерно вот так. Также ты сможешь превратиться в абсолютно любого моба. Ну, например, в зомби-свина. Затем сетни Грифферу его сундуки с алмазами. Начни ломать его дом. Затем создай варп и напиши на весь сервер, что здесь находится Грифер. И наблюдайте, как куча людей убивает его дом. Так что дайте мут Гриферу, чтобы он ничего не смог сказать. А еще ты сможешь вычислить IP Грифера с помощью команды SYN. Прописывайте команду в чат, и вам выдается IP настоящий Грифера. Затем посадите Грифера в тюрьму, а затем забаньте Грифера. Становись владельцем сервера, у тебя будет огромное количество прав на сервере Сержо Краб. Как раз начали действовать осенние скидки, 97%. Остался всего один день, не упускай свою возможность. Все ссылки в описании ролика. Так, смотрите, еще раз. Объясните моим зрителям, что происходит. То есть вы ко мне, я вас пустил домой, да, уже ролики у меня такие были. Я вас пускаю домой, и вы от меня требуете что? Разбанить? Разбанить, мы купили привилегии, вы нас забанили. Где ты купил? Вот на этом сайте. На сайте, ваш сайт? Вот. Мой сайт, да. Мы купили за 500 рублей привилегии, теперь разбаниваете нас? Вы же заплатили. А как у меня вычислили? Как... По IP адресу. Ну да, по вашему никнейму. Ну, в принципе, меня все так давайте вычисляют. Давайте разбанивайте. Подождите, я забанил. Вот еще ваш канал тут. Вы, может, ничего не спутали? Сейчас. Как мой нет, канал? Нет, ничего мы не спутали. Мы же вас нашли по нику. Ну, нашли, да. И IP-адрес. Ну, вы понимаете, что... Показал. Мы во все квартиры заходили. Ну, смотрите, я вас снимаю на видео. Вы же понимаете, что я выложу это видео? Да, понимаем. Нам все равно. Вы вам деньги вообще... То есть я заранее предупреждаю, что я снимаю... Да мне все равно. Вы деньги сняли, разбаниваете. За эти деньги вы должны... Мы должны пользоваться этими привилегиями, да? Да. Вот же ваш канал. Серж, ну мой канал, все, да? Все, ваш, ну, сайт, да. Ваши деньги вы сняли, на канал ваш, давайте разбанивать. Смотрите, если он забанен, я уже снимал такие ролики, уже был, значит, была причина. Значит, как сын же ваш, правильно? Сын. Как зовут? Вадим. Вадим. Да мне все равно. Ну, он нарушил... Вы имели привилегии, вы разбанили. Он нарушил, ты же нарушал правила, понимаешь? Ты нарушал правила сервера. Ты же был владелец сервера, я так понимаю. Ты забанен не просто так. Ты отнимал, значит, у людей дома, ломал их, банил их, кикал. Ты же это все делал, значит, не просто так тебя забанили. Да нас не волнует вообще. Нет, смотрите, я вас не лишал привилегий. Я его забанил, я. Ну как? Вот я поэтому и прошу разбанить. Я не могу вас разбанить. Нужно записывать. Ну, я просто требую разбанить, ребенок вы... играть не может. А что, какое видео тебе нужно записывать? Летсплей со своим братом. А, то есть ты снимал на моем сервере ролики, я так понимаю? Да. Ну, в общем, давайте заканчивать, разбанивайте и все, и мы пойдем. Я не знаю. И от вас ничего не будет. От меня чего не будет? Разбанивайте. Я не могу вас разбанить. Смотрите, если я вас сейчас разбаню, получается смысл вообще, я снимаю ролики, наказываю людей. Ладно, пошли с ним сейчас уже ни о чем не договорились. Не, подождите, ну вы же ко мне. Ну подождите, ну вы же пришли же ко мне. Вы же. Ну, можно было так дверью, конечно, не хлопать. Просто немного растерялся. Дверь как-то. Так, все, ручка. Как-то хлопнули дверью, я ж думаю. Непонятно, что. Так, надо подумать. Все резко произошло. Я не стал снимать, как они входят в эту дверь, потому что они как-то сразу вошли. Я сразу пошел за камерой, все как-то быстро началось. Так, на фоне странным снимаю. Давайте-ка поменяем фон сейчас. Пух! Да, друзья, сидел сейчас, анализировал ситуацию, все, что произошло. Кстати, да, мне вернули компьютер. Да, я забрал его сегодня. Я ездил с самого утра сегодня туда в участок, я снимал видео, можете на него посмотреть, и забрал свой компьютер, но сейчас не об этом, это потом.
Друзья мои, ко мне пришли очередные мамы со школьником. Они не знаю, я не знаю, почему стали так люди ко мне ходить. Видимо, они просекли, что можно ко мне ходить вот так вот, да? Наткнулись на мои ролики на канале на Ютубе. Смотришь, типа, да, мама приходит с грифером, да, надо тоже приходить. А школьник как раз и агитирует маму, говорит: мам, давай, пошли, они все ходят, давай мы пойдем. Сейчас я вычислю IP. Смотрите, вот сейчас, мама, смотри, сейчас мы узнаем, где мы живем. Мы, вот, кстати, они так вычисляют, кто не знает, я уже говорил. Они покупают привилегию владельца сервера у меня на сайте. У меня на сервере. Вот она, вычисляет IP грифер с помощью команды sin, вот, да? То есть вот сейчас, пожалуйста, я прям при вас ввожу sin, выберу, вот, любой ник, прям таб зажму сейчас, любой ник, чтобы не... Бью, все, и здесь мне выдает IP-адрес, IP-адрес, вон, пожалуйста, ник, человек, все. Дальше IP-адрес вбиваешь в Google, и все, понятно, человек, можно дальше все уже узнать. Все, чувак, прости, я не хотел, конечно, тебе испортить жизнь, но думаю, ничего с тобой не сделаю. Тут любой владелец сервера так может сделать. Поэтому я им отказал, я стою на своем, я им ничего не выдал, причем со мной разговаривали как-то грубо, я вообще ничего не хочу им давать. Они еще вломились жестко, начали бить дверь, вообще мне не понравилось это, я не хочу им ничего давать. Я надеюсь, друзья, что вы на моей стороне, что вы со мной, и поставите мне лайк, вот этому криперу лайк поставите, и мне за то, что я всегда отстаиваю свои права, отстаиваю ваши. Потому что если я сейчас всем буду выдавать, всех разбанивать и всем обратно все выдавать, тогда смысл я вообще снимаю ролики и смысл я вообще что-то стараюсь сделать, если я в итоге не стою на своем. Все, друзья, заходите на сервер, IP в описании ролика. Мы обновились до версии 1.13, все. У нас сейчас здесь будет больше гриферов. Помогайте ловить гриферов. Также сами становитесь владельцем сервера, снимайте ролики. И помогайте мне, все, раздаю админки бесплатные, вот у нас здесь толпа на сервер собралась, на спамне им всем все раздаю, все, IP в описании ролика, ребята, всех жду, и да, очень рад, что мне вернули компьютер, очень рад, потому что, ну, в общем, я очень рад, я его сам ездил, забрал, все нормально, все, всем пока, всех жду здесь, все, пока, говорю, все, пока.